Здорово! Это было слишком просто, не почувствовал. Я начинаю верить, что он полубог. Боже, я таю. Юкита, спасибо большое за подписку. Сиди. И, ну, вторая часть. Сиди, все. Пропустила. Так как я люблю очень творчество, я думаю, вы все знаете эту тему. Это битбокс. Чувак, я очком лучше делаю, сорян. Говно. Нам нужна такая прога для пацанов, добавишь? Бля, добавлю, братан, погоди. Ну что, это так не работает? Я меня оттолкнула с подписку. Пират, куда можно залезть? Бля, чел с дробовиком рядом. А можно поинтересоваться, как это выглядит? Так. Я ёбываюсь. Секунду. Я взял Патрики первыми. Я взял СКС. Я перезарядил СКС. Прям у него, друг. Не-не-не, не проходи, не проходи, отойди, блядь! Сука, пиздец, какой вы, блядь, какие вы слабые, сука, блядь! Какие вы, сука, слабейшие, нахуй, на этом ПТСе, рот ебал, блядь! Иди нахуй отсюда, тварь! Сука. Ебать, это что было, сука, Саша? Ебаный рот, неведомая хуйня меня убила, бля, Саня! Иди нахуй, тварь! Да что это, сука, за хуйня? Блядская тварь, блядь! Пиздо! На ровном месте разъебали, блядь, твари! Почему у меня... Я почему-то у меня калаш был не на первом слоте, я пытался достать... Точнее, почему-то у меня дробовик был на первом слоте. Вместо калаша я на двойку нажимаю, у меня калаш до сих пор в руках, я немного затруднен. Илья Мэдисон, я тебя уважаю. Вот, и поскольку я тебя очень сильно уважаю, я хочу сделать тебе минет. Вот. Сделать тебе минет. Вот. Ну, если ты откажешься и не хочешь доставать свой член и давать мне делать минет, я тебя просто ёбну молотком, ты упадешь, потом я возьму, отсосу тебе и выкину в канаву. Вот так вот. Потому что я Илью Мэдисона очень уважаю. Кланитесь, милорд, чтобы у него наладилась всю жизнь, чтобы у него все было хорошо, чтобы он не потерялся в этой жизни. Вы понимаете, что совершив этот поступок, он уже потерялся в жизни. А вы ты поступок замолчи, заткнись! Дело, замолчи, заткнись! Так. Хорошо, на списке входит штрафа. Ты же приедешь, прости, хотя нет, иди на хуй. Не плачьте, пожалуйста. Ну,
ему попасть, но сам Кеннис понимал, что работает против снайпера. Итак, скадунул, ситуация 1-2. И также Кеннис видел время, прекрасно понимал, что там нужно выиграть буквально пару секунд, и все, нож, да это перебор, Кеннис, зачем? А, промах, скадунул, НБК должен соперника давить, на тоненьком G2 выигрывают этот раунд, ну, вот насколько, Кеннис. Не знаю, рискованно работал. Ближе подойди, братан. Все. Стоять. Это спецназ. Танк, лифт. Флоу. Это знаете, как все стримерши? Ой. Блин. Нужно было поставить. Простите, пожалуйста. Блин. Ничего. Блин, серьезно? 1488 зрителей? Ни хрена себе, 1488 зрителей. Блин, опять у меня экран запачкался. Блин. Вот я не понимаю, что с экраном делать? Почему он пачкается? Что с ним не так? Почему он вечно замазывается? Умеет. Ужасно. Младше меня на... Просто... Блять, надо выключить ебаный войс. Хуян. Ебать, тварь! Ебать, Саша! Ха! Долбоёб! Всё, блядь! Ваши родители случайно не пекари? Тогда почему у них такая... Ой, лол! Ну вот и все. Вот и ГГВП. Пиздец, вот за это я просто ненавижу эту игру. Надо помочь. Блять, я не успею. Давайте, пожалуйста, у нас же есть гем, заберите гем. На Айфоне шлюха ты ебучая, блять. С кем разговариваешь, мальчик? Да поёб, ты прекратишь вздыхать, алё, шлюха, ты гнида ебаная, блядь. Слышишь меня, алё? ТП можешь сделать? Почему ты базаришь? Вот тупорылая мразь, блядь. Хули ты, блядь, там умираешь? Там нет рейджа, алло, сделай алё, ТП, алё, чё ты базаришь? Чё заткнулся, шлюха, эй? Я сделал в игре раза в 4 завали больше, чем ебало, ты. Шлюха нет, ебаная, нет. Блядь. А почему ты со мной говоришь как своя мама? Я что-то не понял. Я похож на твою маму, но эту грязную портовую ты, шлюху, сука, которую заеду, долго гнида целишь. Гнида ебаная, блядь. Просто ты гнида ебаная. А ты мусор, ты мусор, недоигрок, недочеловек. Пизди, пизди, долбоёб ебаный. Бать, брат, у тебя жопа бомбанула. Извини, что задел твою тонкую душевную организацию. Какой, в принципе, нет, это же узкоглазый дегенерат без мозгов. Prepárate!